Авелия стайл для рукоделия. Я приветствую вас. Сегодня хотела показать вам камни, которые я купила на вернисаже. Вроде ничего особенного, а в целом смотрится очень хорошо. Камни не кабошонные, а такие менее хорошо обработанные. Вот из этого можно сделать какой-нибудь очень красивый кулон, если обшить. Я еще пока не решила, как это будет выглядеть. Может быть, как-то вот так. Или как-то так. Есть вот такой интересный камень. Есть лазурит, как я понимаю. Неправильная форма, но в целом выглядит очень красиво. Главное, как его обыграть, а как обшить бисером. Есть вот такой. Я не знаю, что это за камень, но выглядит довольно-таки интересно. Вот такой кварц, я так понимаю, но я даже не представляю, как я буду его использовать. Возможно, сделаю кулон, вот сюда вставлю какую-нибудь петельку, и будет подвес. Ну, пока еще не решила. Есть вот такой, это, я так понимаю, яшма. Возможно, пейзажная яшма. В тонкостях яшмы я не разбираюсь, но мне очень нравятся вот эти вот полосочки. Выглядит эффектно. Ну и еще вот такой вот квадратик. Также на вернисаже мной были куплены вот такие бусы. Что за камень, я тоже не буду утверждать, что знаю, что это за камень. Похоже и на агат, и на яшму, и на кварц какой-то. Не знаю, надо будет погуглить. Может быть, вы подскажете. Но выглядит очень красиво, с полосочками. Надо что-то с ними сделать. Оно лежало-лежало и в итоге долежало. Причем камни подобраны очень симметрично. Если приглядеться, вот тут два более розовых, два более желтых, тоже желтенькие и светленькие идут, и также в начале. Думаю сделать какой-нибудь из него комплект. Возможно, чокер короткий. Есть у меня вот такая вот симпатичный коннектор. Можно как-то так. Есть две такие бусины крупные, но они крупноваты для того, чтобы здесь что-то сделать. Как-то так. Есть у меня вот такой камушек солнечник, довольно таки симпатичный. Вспомнив про амазонит, есть вот такие вот искусственные бусины. Я так понимаю, это стекло, но выглядит эффектно, конечно. Его еще называют золотой песок, потому что, если приглядеться, как будто песочек мерцает внутри. Возможно, их куда-то добавить. Можно будет их подвес или так. Может быть, так. Надо подумать. Вот такие красивые окошечки. Тут тоже коннекторы. Это я купила в Севастополе.
быть, подвесить здесь, сделать два подвеса по бокам. В окошечке добавить. Или как-то вот так. Возможно, какая-то бусина встанет вот сюда, вместо вот этой бусины. Но для цвета положим пока эти бусины. И вдруг я подумала, что вот сюда можно добавить такую синюю бусину. Вспомню, что у меня есть амазонит и лазурит. Есть вот такой лазурит с золотым вкраплением. Может быть, как-то вот так будет. Мне кажется, как-то синий сюда неплохо вписался. Есть вот такие два кабошончика небольших, может быть, сюда их ставить. А также у меня еще есть вот такие бусины лазурита. Но это с белым вкраплением. Так. Бусировка камеры есть. Такие граненые бусины. Их я, по-моему, купила на Алиэкспресс. Не буду утверждать. Может быть, как-то чередовать и добавить в чокер синего цвета. Но в целом мне нравится, как выглядит цветовая гамма. Коричневый с сочетанием синим очень интересно выглядит. Надо подумать, как обшить вот эти два кабошона и как их подвесить вот сюда. Может быть, вот такой сюда. Все-таки так. Довольно интересно получается. Есть вот такие колечки. Их можно будет вот сюда в проставку сделать. Может быть, как-то вот так. Так, ну в целом мне нравится, как это выглядит. Что ж, пойду на переделку, а мы с вами встретимся чуть позже. Украшение смотрится вот так. Очень гармонично вот эта подвесочка сюда вписалась. Хорошо смотрится с жемчужинками здесь и здесь. Если добавить еще маленькие бусики. То смотрится очень даже тоже хорошо. Как будто комплект. Но можно носить и по отдельности. Допустим, маленькие бусики отдельно. И кулон.
кулон этот снимается. То есть можно вот так его снять, и будет просто бусы или чокер. Легко и непринужденно. Также бусы, где большой кулон, можно носить отдельно. То есть кулон отстегивается. Бусы застегиваются сами по себе. Вот так. И вот этой стороной можно их носить. Ну, с маленькими бусиками слишком нагроможденно смотрится, но если вот отдельно носить, вполне себе очень даже хорошо. Этот же кулон можно прицепить сюда. И он здесь тоже хорошо впишется. И будет смотреться очень гармонично, как будто здесь и был. Ну, а если хочется где-то блеснуть, просто одеваем обратно кулон. Застегивается он легко. За это колечко. К этому кулону я сделала вот такие сережки. По-моему, смотрится очень даже интересно. Две бусинки и два кабошона, обшитые бисером. Если носить короткие бусы отдельно на повседневную, допустим, есть вот такие легкие сережки с бусинками. Мне кажется, очень романтично смотрится. Даже если мы добавим сюда кулон обратно. Смотрится просто отлично. Ну а на этом я прощаюсь. Всего доброго, всего самого наилучшего. Пусть в вашем доме всегда будет светло и тепло. До свидания.